Мы видим прямо рядом с аллеей такой прекрасный памятник. Он, этот памятник здесь не стоял. Его откуда-то вынесли, его поставили специально возле аллеи, где проходят люди, чтобы люди, посетители, видели, какие у нас были памятники, вот такие красивые, изготавливали каллиграфический почерк, тут мы видим. Это вот специально как музей. Я Гайнутдинов Айдар Марсильевич, старший научный сотрудник Института истории имени Шихабуддина Маржани. Разрушены два памятника. Один из них установлен видному купцу, деятелю. Это Ибрагим Губайдулович Юнусов. Этот человек известен тем, что открыл приют для мусульманских детей, построил мечети. Также он помогал ученому Шихабуддину Марджани. Вот разрушенный памятник, но он 50-х годов 20 века, и лежит он прямо на аллее. Большой каталог состоит из 800 страниц. Здесь собраны вот все памятники до 30-х годов 20 века. Вот этот памятник под номером 29, это вот памятник, установленный на могиле Ибрагима Юнусова. Мы нашли еще разрушенные надгробные плиты. Их разрушили или это под воздействием времени? Тут мы видим, что они разрушились вследствие того, что, может, дерево упало на них или еще что-то. Но тут не люди, наверное, это разрушили. Если бы люди, тогда было бы много мелких кусочков. У нас есть карта, где указаны, поделены на участки кладбища. Чтобы легче было находить тот или иной камень, вот мы так и сделали. И поделили вот на такие участки. Эти разрушенные памятники, они вот находились на 20-м участке. Вот еще один памятник. Тут сложно сказать, его кто-то сломал или он сломался, разрушился естественным образом. Мы можем видеть еще обломки надгробных камней. Опять же, читается арабская вязь, мусульманская символика. Вот это место, где был похоронен Ибрагим Юнусов. Это купец, благотворитель, общественный деятель, потомственный почетный гражданин Казани. Вот на этом месте он был похоронен. Вот мы можем увидеть основание, фундамент его памятника. И вот эти фрагменты от его памятника, который был разрушен. Вот мы здесь видим Юн, слово Юн, это Юнусов, а вот здесь видим Губай, то есть Губайдулович, был тут Ибрагим, вот тут видим букву И, это вот 100% доказывает, что вот это тот памятник. Работники кладбища так сказали, что памятник Юнусова цел и невредим, и вот они ссылаются вот на то, что вот здесь висит табличка. Да, действительно, вот на этом камне мы видим, что повесили табличку. И здесь написано «Коммерции советник Юнусов Ибрагим Губайдулович». Эта табличка неправильно была установлена здесь. Этот памятник установлен совсем другому человеку. Вот сзади этого памятника, вот на третьей строке указано «Хада Хабру Махруй Бинта Мухаммаджан». То есть это могила Махруя, дочери Мухаммаджана. Это памятник не Ибрагиму Юнусову установлен, а совсем вот другому человеку, это женщине по имени Махруй. Здание администрации кладбища, разбитый памятник Ибрагиму Юнусову.